часа переходов. Минут 20 и ляжет нахуй. Только бы вышел, блядь. И 2 часа не надо. Вот они тогда, блядь. Тоже видишь, что с 34 метров. Когда мы в этой зоне выезжали. Что, закрывай я? Все взял? Они вот тут нахуй перескочили. Тут хорошие места, да, тоже были. Опа, на. Уже поди лоси, блядь, идут. Смотри-ка, вот нахожены кем. Лосями и нахожены кем, блядь. Алло. Алло. Идем, идем. Ну понятно, так у нас тут тоже след, тут след позавчерашний, бля. Понятно. Куница, смотри-ка, живет здесь. Ну я самый дальний, встану по скользной, все, хайстанем. Ты пока постой, не двигайся. Почему? Ну подай, ты пока постой. Не шевелись. Рацию-то включи, я тебе по рации дам ответ. Ну давай, давай. Стою, ребят, на номере. Рядом федеральная трасса. На сегодня все исхожено. Лек оттуда, получается, идет. По свежим следам. Без собаки. Мужики стоят вот так. Туда. Ждем выхода зверя. Следов очень много. Говори, Леха подранил. Все равно. Так, ребят, Леха отстрелялся по лосю. Кровь. Между моим номером вышел и Лехиным. Но расстояние между нами было, наверное, метров 400. Я из-за кустов видел лося, но стрелять не стал. Сейчас собираем. Мужиков все в крови. Вот он получается. Леха по нему всю обойму разрядил. Из 366-го. Из ТГ-2. Крови дохуя, блядь, крови упал. Так он побежал к асфальту, лось-то. Все, понял, выхожу. Ты последний стоишь? Да, крови хорошо. Ты последний стоишь? Ну, забирай всех, выходите. Леха попал по нему, попал хорошо. Все в крови. Вот он, походу, вот Олег оттуда, наверное, пришел вот так. Вот он шел. И Леха тут по нему начал стрелять, вот где-то в этом месте. И он обратно пошел потом. Недалеко от меня. Ну видишь, что... Ну что, ребята, Алексей лося приговорил. Сейчас подойдем. Ну много раз стрелял. Он его походу первым зацепил. Ну сейчас все точно, точно узнаем в деталях. Далеко еще ушел. Считай, оттуда он куда ушел, да? Метров за 300 ушел. Где-то он дальше стрелял? Тут где-то.
На новичков, видишь, идет хорошо. Да. Ядько, иди сюда! Лёх! Далеко ушел. Ну и на кровях есть что выпить сегодня у нас. У меня 3 литра в машине. Ну я в Киров, у меня заказали. Где ты? Лёх! Ага. Ну, так. Ну не надо было стрелять тогда, раз маленький. Нахуй стрелял. Бычок. Да не, нормальный, средненький. Метров 250. Так я тебя его выставил, блядь. Я хотел, блядь, сдвинуться еще нахуй. Никуда. Ну молодец. Попал-то вон, блядь. Да не, нормальный, ну, блядь. Не, уж не совсем. Нормально, нормально. Голова-то не маленькая, блядь. 9 раз стрелял, еб твою мать. А кто попал? Угол он попал. Уже попал. Вон попал, блядь. Вот виновник торжества сегодняшнего, блядь. Ну, Леха, блядь. Везем вам нынче, блядь. Я вчера просто стрелял. Мимо кассы? Что? Так что, стрелял, сломал. Бычок, надо было шею-то ему перехватить. Я перехватил. Я видел его. Ну я видел уже, когда он обратно шел. Я его быстро распугал. Я первый раз его видел, он по делянке, а только ветки качнулись. Там делянка далеко. Я просто не выстрелил, не успеть был. Я его распутал, но быстро. Я его увидел, когда ты уже по нему раза 4 на. Я слышал, он с лешки скачил, а там кусты и в них хули. Че, хороший, можно еще... А быстро шел, Лех? Нет. А видишь, когда без собаки тихо идет. Ну да. Тебе, Коль, надо почаще с собой брать. Тебя почаще надо брать, блядь, на тебя лоси бегу. Надо было еще ближе, блядь, задвигаться. Надо было. Да надо было всем тут вставать. Дал ли таких коров? С рогами, да. Пищевой это. Пищевой нормально. Лосик. Ну, сыну, хоть руку пожми, блядь. Что ты, ёпта. Дома пожми, с полем, да, как говорится. Не скинул еще рога-то. А такие они долго не скидывают. Так? Да. Кого там, да? Фотографию. Давай сфотографируемся, да. Так, кадром всех снимаем. Сюда придут все. Ну, все, давайте, все вас, будете, вам, все, не, скоро вам, все вы... будете в Ютубе. А что такого там, блин? Так, сейчас, погоди. Всех счастливые, веселые лица. Вон на елке, нахуй. Сейчас будем разбирать тебя, товарищ. Закопан. Костерчик-то надо в боку где-нибудь вот разжечь. Там надо было греть и все, вот. Там-то нету елок. Да ладно, пускай, что где. А? Да, Саша, а вон там разводи. Нет, он видит. Ветер тобой, пим сюда. А, блин. Что, год я вырежу здесь. Здоровый, он... Так, на, вот ты меня снимай. Давай. Хуяк. Вот так вот, да? И из ковша нахуй. Сначала в ковш выпил, а потом уже в бедро. Так возьми ладушку, вон. Блядь, все, ребята, охота закрыта. Больше года, блядь. Лицензию закрыли. Привязал, нахуй. Лось практически разделан, покажи. Поверни на лось. Как уебнуть телом-то? Как? Уебал его сейчас. В забор. Я думал, все, нахуй, ребра сломало. На снегоходе приедем, раз, заберем. Второй раз, блядь, промазал. На плахе разрубим, заберем на снегоходе. А у меня это хромом, ножом. Будьте здоровы, ножом, мужики. Да, это с вами был Серега, городский охотник. Всем удачи, всем пока. У меня он хули с похмелья не попал, нахуй, видно. Курточку найди! Давай! Давай!